Метелки, грабли и мусорные мешки у участников бригады мэра есть все, чтобы превратить сквер у ДК «Северный» в свалки вместо прогулок. Горы мусора остались после отдыха горожан, которые не смогли донести бутылки и пакеты до урн. Стоят мусорки, люди кидают мусор не в мусорке, а рядом, то это как-то не очень. После того, как начал выбирать, стал по-другому относиться к мусору, к чистоте. А сегодня в сквере у ДК «Северный» стартовал новый этап акции «Чистый город». К уборке Череповца будут активно привлекать организации. Проект станет более масштабным, а работа будет носить системный характер. Объединяют инициативы и по народному контролю, по благоустройству, уборке территории, работе общественных организаций, народной инициативы. Этот проект является масштабным и нацелен прежде всего на благоустройство и реализацию проектов в сфере экологии. Сейчас благоустройством города в рамках проекта занимается 61 предприятие, потенциальные участники – еще 120 организаций. Формы работы самые разные – от субботников два раза в год до закрепления территорий для благоустройства. Третья форма участия – это участие в разовых акциях, спонсорская помощь, высадка кустарников, там, аллей, предоставление посадочного материала, ну, вот такие разовые формы участия в основном, значит, ну, при координации мэрии города, участие в разовых акциях. Благоустройство города смогут контролировать и жители Череповца. Их призывают регистрировать свои обращения на городском сайте или по телефону 57 65 37. Участвую в этом проекте горожане могут, во-первых, очень оперативно информировать и в режиме онлайн, смотреть, как ведется работа, давать оценку. Череповецкие власти уверены, чтобы сделать город по-настоящему чистым, постараться придется всем его жителям и всегда помнить прописные истины. Мусор надо бросать в мусор.